Здравствуйте, это канал mskminer.com. Видеообзор разгон Antminer S21 на стоковом блоке питания. На нашей прошивке он составляет 232,5 терахэша при потреблении 4375 Вт в веб-интерфейсе и на электронной розетке Sonoff 4084-4388 Вт. При этом энергоэффективность 18,8 джоуля на терахеш. Майнер работает уже больше 20 часов, практически 21 час в этом режиме. Также мы добавили в нашу прошивку дополнительные функции для монитора хэшбордов. Их можно посмотреть слева в разделе Chain Management. На примере этого хэшборда, нажав кнопку Show Chips. Здесь мы отображаем полностью хешрейт каждого чипа. При активной функции хешрейт, у каждого чипа выводится индивидуальный хешрейт. Также можно изменить частоту у каждого домена или у чипа отдельно. Это доступно для ручной настройки продвинутых пользователей. Добавили функцию монитора температуры на каждом чипе. Здесь мы показываем температуру каждого чипа индивидуально, также выделяем цветом для визуальной карты охлаждения. Для сервисных центров мы добавили третью функцию вывода вольтажа на каждый чип индивидуально. Это поможет быстрее выявлять неисправность в цепи электропитания. Спасибо за внимание, до скорой встречи на нашем канале, в следующих видео подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если у вас остались вопросы или предложения, пишите нам в телеграм-канал технической поддержки.